только срок годности посмотри. Фу, Лен. Что? Смотри, икру давай возьмем. Икру давай возьмем еще. Я икру не ем. Реально? Да. Я ем. Ребят, мы отработали 15-часовую смену. Лен, время 20 минут. Ну, что же, все, мы пришли домой с работы после магазина. Купили это. И нам на завтра по бигланчу. Все, сказочные дни закончились, пришло время доширака. Завтра мы на разных точках, к сожалению, работаем. Мы так устали, столько работы выполнили, столько людей сегодня было. Это просто словами не передать, как мы устали. Честно, я сильнее, конечно, уставала, даже когда меньше работы делала почему-то. Почему-то сейчас терпимая усталость. Не знаю. Сегодня Юлиша к нам на работу приходила. Тоже чуть работала. Как-то так. Ну, ладно. Да, училась. У нас гречка с домашним кетчупом. Сразу скажем всем спокойной ночи, потому что мы сейчас едим и спим просто. Вот, трубы жестко. Так что как-то так. Всем спокойной ночи и до завтра. Всем доброе утро. Вы просили больше влогов, и я снимаю. Сегодня понедельник. Я поспала немного. Ухожу на две пары, потому что я вчера опять работала с 12 до 11. Я уже не могу. Точнее, нет, время у меня летит очень быстро на работе в последнее время. Я, кстати, начну снимать, как я делаю букеты пару раз. В этом влоге, наверное, даже в следующем, не знаю. Посмотрим. Хотя я уже завтра на работу, скорее всего. Класс. Просто у меня должен быть был... Ну, по логике, 2 дня выходных у меня должно было быть. Вчера я должна была тоже отдыхать, но я работала. Вот. Отработала, пошла к Элине. Она уезжает, все, переезжает в другой город. Мы посидели, грубо говоря, крайний раз. Но на 14 февраля она к нам приедет, поможет на работе. Вот. Но уже общих смен у нас, к сожалению, как бы не будет. Сейчас у меня 2 пары. Время 7:05 уже. Мне нужно выходить, одеваться, выходить. И как-то отсидеть 1 пару, потом мы идем в буфет с Ангелиной наконец. Потому что я хочу есть, хотя я бы ел. Очень странно. То, в каком лифте мы сейчас будем с вами ехать. Мама. Я вчера на нем тоже возвращалась. Домой. Боже. Спасите. В голову сразу лезут все страшные фильмы, которые я смотрела. А я смотрела все фильмы почти что, которые есть в Кинопоиске. Даже не почти что, а все. Что? Вчера не твой рабочий же был. Ребят, я увольняюсь. Мне кажется, да. Мы идем кушать. Ура. Я сейчас чуть просто не вырубилась на паре. Это было очень тяжело. Очень. Олимпиаденьки? Ням-ням. Только у меня тут мало майонеза. Давай, дорогой. Привет. Вообще, мне нормально. Огромный с майонезом. Короче, здесь цены накладываем, и мы сейчас выбирали лучшее из лучшего. Ты не доела, что ли? Нет, я вообще вчера не ела. Я Биг Бон поела. И гречку. Гречку и что? Ну, мы же вчера с тобой... А, Биг Бон ты съела? Я у Элины вот поела. У Элины? Мне я не хотела на работе из тарелки. Да, я же тебе говорила. Мне ничего не говорила. Я тебе сказала, я к Элине. Все, у нас пиццы. Ну, не ревнуй уж, а. А? Не ревнуй, Уша, ну не ревнуй. Кому? Меня. Кому? К Элине. Боже упаси. Ну ревнуй, ты не говори. А? Не, ревнуй, ты не говори. Все, мы кушаем, всем приятного. До этого я откушу чуть-чуть. Ты мою можешь. Нет, сама я кушаю. Ладно. Ребята, я уже дома, уже вечер. Я поспала 1,5 часа всего лишь, потому что меня разбудил Никита. Он приехал ко мне домой, и мы сейчас готовим ужин, пюре с тефтельками. Как-то так. Еще мне пришла посылка из Италии, сейчас покажу. Но еще посмотрите, как выросла Хомочкина трава. Сейчас она еще побольше подрастет, но вот этим росточком я уже Хомку сегодня покормлю.
Интересно, надо еще на кровати, я не знаю. В такой коробочке. Такое вот небольшое количество. Тоник для лица. Такой у меня уже был. Посмотрите, какой маленький крем для тела. Он очень маленький. Вот. Я думала, тут 500 мл, а тут 100. Я перепутала. Очередная маска для волос с кератином, чтобы они не пушились. Щипчики, потому что я думаю, я свою потеряла. И мочалку. Мы уже намешали фарш. Поставили варить пюре. Никита вышел сейчас за хлебом. И яйцами для фарша нужно. О, мой гад, благодарю. Все уже готово, я уже там поела. Сейчас я вам покажу размер контейнера, который я завтра беру с собой на учебу и на работу. У меня не оказалось маленького контейнера, я решила не мелочиться и взяла сразу большой. Я там сразу две порции. Какой кошмар. И 4 хлеба. А что ты яйца не достала? Мне лень. Что еще? Пряники у нас с собой, много чая, потому что на работе что там есть. Кстати, помните, мне женщина дарила кедровые орешки в шоколаде? Очень все-таки вкусно, мне, я распробовала, мне понравилось. Помыла Хомки домик. Вот думаю, когда мне снимать вам видео. Вообще не знаю. Сейчас уже чай попью. Да, и пойду, собственно. А, сейчас Хомку будем кормить с травкой, которая чуть подросла. Умоемся, намажемся всем, чем пришло. И пойдем уже спать. Потому что я сегодня нормально не поспала. Хотя я об этом мечтала. Хом. Хомка. Шиша. Ладно, давайте вот так. Вкусненько. Ну да, Хомка у нас юный руфер. И что? Хом, на, кушай. Хомка. Она не хочет. Нормально. Она не хочет. Ребят, посмотрите, она ест в лоточке. Видимо, чтобы не мусорить в клетке. Корм, конечно, рассыпала. Но все равно я в шоке. Какой же у меня ребенок вундеркинд. Ну, как говорится, вся в мать. Конечно, туда уже в туалет сходила. Вроде, да. Но это не важно. Сейчас хочу открыть чипсы и протестировать, насколько они удобные и острые. Я всегда беру... Точнее, господи, я первый раз в жизни взяла себе чипсы. Нужно брать, я считаю, со скошенным концом, потому что так легче хватать волоски. Всем доброе утро. Сейчас уже 7:12. Я буду в 20 минут выходить, потому что вчера я вышла в 15, что ли. Или вообще в 25 выйду, короче, чтобы уже не так много народу было, надеюсь. Потому что вчера вы бы видели, что было в автобусе с утра. Это просто убийство. Я не знаю, как я буду весной ездить. В новом плаще своем. Мне его разодрут, раздерут, растербанят, испачкают, сделают все, что можно с моим плащом. Поэтому я либо не буду ходить в универ, либо я буду опаздывать. Либо я буду, наоборот, выходить в 6 утра, чтобы не было народу. Пока думаем. Пока еще есть время. Но это реально не шутки. Я вчера еду в маршрутке. Я каждое утро очень агрессивная, злая. Не знаю, какую музыку я слушаю вообще. Сейчас буду слушать по пути на остановку. Едя в этом автобусе. Одна огромная варежка. Я стою возле... Как поручень, да, называется? Я не знаю. Одна огромная варежка. Меня вот так за мой нос трогает. Ну, извините меня. Меня вообще трогать не надо и нельзя. И не, мне противно. Вторые... Ну, я понимаю, что в общественном транспорте. Я сама этого заслужила, пока я на нем катаюсь, да? Поэтому я молчу. Вторые две руки держатся за этот поручень. И между вот этими двумя руками мое лицо вот так пережато. Щеки мне вот так пережали. Я стою вот так в изгибе. Вот так. Ноги там, тело тут. Потому что невозможно было встать.
Если утром повторится такая же ситуация, я вам засниму. Вчера мне просто что-то так стрёмно стало. Там столько людей, просто не могла телефон достать. В лифте наконец-то установили свет. Я открываю телефон и вижу это сообщение от Ангелины. Ой, испугалась, блин. Что у нас началось? Нет, какими салфетками пахнет. Какими салфетками? Она воняет своим хорьком просто. Она говорит так, но я не чувствую, потому что это хунка воняла. Как бы. Она же что, я ничего не воняла. Ты сказала? Я ничем не воняю, говорю. Я сначала сказала, я хомка воняю, шучу, ничем не воняю. У нас прошла первая пара. Егорем попал. Мы чуть ли не вырубались. Это первая пара. Сейчас едем дать заявление об отчислении из универа. Это хорошо. Ну это шутка. Смотрим, какие рыбы тут хорошие. Где ты видел? Может быть, потом поедем с Ангелиной в планету. Я хочу ее заставить, потому что ей надо в Мегу, мне надо в планету. Я не знаю, что делать. Какая большая лена. Не думай даже. Я хочу хот-дог. Он давай, очень вкусный. Давай хот-дог. Ну, Ангелина, у нас очень много еды с собой, эти серьезные. Давай я тебя достану, потом подумаем. У нас очень много с собой. Первая у нас вода. Ой, а что здесь этот яркость понижена? Кукурузные палочки. Свои кукурузы ты забирать домой. Ты сейчас когда увидишь. Юля, которая смотрит этот влог. Она вчера посмотрела. Это на два приема в пище рассчитывала. И четыре куска хлеба. Вилку не взяла. Но это нормально. Я не хотела ни разу. Ну ладно. Четыре чая в пять. И четыре пряника. Как это все вместилось, я не знаю. А еще хоть хот-дог хочу. Ага, мы потом еще будем там есть, да? Мы стопудово ездить хотим. Понятие или будет. Еще там деньги тратятся. Вот это достанем, сядем, мы вместе поднимемся. Очень тратим, ну. В общем, у нас очень много еды, но мы, если купим пиццу, мы вам скажем, конечно. Но я надеюсь, мы не купим, но я ее очень хочу. Точнее, я больше хочу хот-дог, у меня есть такой... Даже сосиска там нормальная, я в шоке. Там морковь, он такой кисло-соленый, моя любимая вообще. Ну, это все, что у нас есть. Ладно, я пойду чай принесу. Ну что же, я все грею. Ребят, только что я сейчас заметила, что микроволновка от фирмы Hyundai, это типа от машины. Ну, фирма машины же. Ну вот мы и сэкономили 300 рублей. 600. Ну типа, если бы мы тут брали все то же самое. Но также с тебя 150 рублей мне на кассу. Ладно, шутка. Всем приятного аппетита. Я устала. Итак, у нас закончились пары. Мы сделали в первый раз, по-моему. Ну ладно, мы пару раз так в жизни делали. Мы сделали сами лабу. Мы в шоке, потому что там тяжеловато. Ну там вычисления, что вообще фиг понячу, как понять, ничего не понятно. Но мы как-то сделали, надеемся правильно. Сейчас мы едем в Мегу. Я в рабочей одежде, потому что я, кстати... А, я не иду на работу, я вам не сказала. Вместо меня сегодня выше, слава богу. Так что у меня сегодня... Шопинг с подругой. Как это так? Шопинг с подругой, говорю. Так что мы поехали. Ну сколько? Мне 2,5 раньше. Блин, знаете, когда я знала, что я сегодня работаю, мне прям жить захотелось. Прям настроение поднялось. Но в то же время, если уж я уже морально подготовилась к тому, что я сегодня работаю, я потом я не поняла, что мне делать, потому что спать я не хочу. Ну, можно было бы, конечно. Но да ладно. Это сегодня в баню едет домой. Везет. Мы приехали. Правда, мы не знаем, где мы. Мы в Леруа вроде, нет? Да? В Леруа, нет? Вроде нет. Уже я думала, все равно я вроде мерила. Да? Вроде и сушка, но что-то такое было.
Я просто думала, тут как бы на завязках, без вот этого. Короче, ребята. Это какой размер? Одинаковый у всех, единый. Покраснела. Вот эту шапку, понимаю. А вот серая лента. Нет, я думала, она на завязках без вот этой горловинки. Ты серая, да? Да, сейчас ее заберешь. Да. Не знаю. Но мне нормально. Может, мне кепка нужна кожаная? 200 рублей. Ну, нормально. Прикольно. Не, нормально, нормально. И вот эту кепку померяешь? Скажи, как? Кожаная кепка там. Ну так, когда поднимаешь, вообще нормально. Ну и так нормально. Я говорю, тебе, скорее всего, такое не подойдет, потому что к Каролине тоже вот это не подходит. А мне чего? А мне в чем ходить? Круглая. Вообще классно. В чем нам ходить? А нам либо в чем? Либо белая. Мне кажется, мне белая больше подходит. Ну белая, она прям такая, да. Миленькая. Но это зато не испачкается. Не испачкается, да. Вот эту кепку мне надо померить, Ангелин. Вот эту вот кожаную. Сколько она стоит? 300 рублей. Так дешево? Да. Вот как раз к моей этой, к плащу. Или вот такую. Я сейчас как опять как додик буду. Я вообще не вижу головные уборы из-за этого. Это не на весну, ребят, к плащу. Надо что-нибудь. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такое ощущение, как будто у меня начинает болеть горло, и я начинаю заболевать. Если весь день почему-то чихаю. Я ж только болела вчера. Спасибо, что привела меня в этот магазин. Тут так много для меня подходящего. А снизу тебя дырень смущает? Красненько. Дырень. Это же как у меня... А, она затягивается? Тогда нормально. Сейчас пойдем опять в Нью-Йоркер. Два худи. Никита? Мы померили одинаковые штаны. Ну, прикол в том, что у меня такие есть милет. И надо она мне, Ангелин. Тут у меня нет. Ну, тебе нормально? Думаешь? Ну, конечно же, подкрепление. Ура! Еще и телефон заряжает. Жизнь прекрасна. Наш заказ чуть не спер, ребят. Ангелин, расскажи. Расскажи, я пока этот момент шутку. Короче, мужик начал забирать наш поднос. И сделали, что он ошибся. Знаешь, поеду на эту почту. Все, ребят, Ангелина села, поехала, она сейчас вообще домой поедет. Приду домой, покажу, что купила. Там еще кое-что. Футболку за 250 рублей. Но у меня были оказывается бонусы. Сейчас приду домой, покажу, что холодно. И я не знаю, сколько я буду ждать свой автобус. Надеюсь, когда-нибудь дождусь. Ну вот я и дома, представляете, так быстро. Так что еще раз мы с Никитой поедем, наверное, в Мегу. Там, конечно, нету Тирановой, которая мне очень сильно сегодня нужна была, потому что если была Тиранова, я там бы и купила все, что мне надо было, и не покупала бы вот это все, что купила сейчас. Ну да ладно, показываю. Так, первое, что я купила Никите, ну, сами понимаете, 14 февраля, там, 23 февраля, там, и так далее, я решила заранее купить, потому что я потом никуда не выйду. Хотя мы с Ангелиной планируем еще раз съездить. Я думаю, съездим. Такая классная футболка, она на камере, хотя она и в жизни такая же. Я хотела купить ему, которую он хочет, но, во-первых, ее не было в наличии в Меге. Но она и стоит как бы 2000. Это потом.
на грандиозный праздник, только куплю за такую цену, если честно. Нет, если честно, я бы сегодня вообще купила спокойно на все будущие праздники, на 10 лет, как говорится, но не оказалось. И типа просто прикольная винтажная розовая футболка была, которую он хотел, но не за 2000. Можно найти и за 2 что-то более классное. Также опять Никите мы взяли худи. Это так, знаете, потому что просто по скидке нельзя было не взять, так сказать. Обычно худи. Надеюсь, ему как раз с этими стразиками. Ну, голубой цвет, мне кажется, очень красиво будет смотреться. Я сейчас померю сама. И, наконец-то, себе я взяла футболку за 200 рублей. Как я круто живу. Я не знаю, мне на себя денег как бы жалко. Ну, хотя, как сказать, позже я себе купила. Короче, угар. Мы с Ангелиной. Мне надо было успеть на автобус. Решили в твое на всякий случай забежать. Посмотреть, друг, что есть, да? В итоге по угару говорю, о, это же футболка с Джизусом. Ну, это, естественно, не Джизус, но похоже. Поэтому вот. Сначала она стоила 800. Потом сказали, что это уценённый товар, она стоит 500. И у меня, оказывается, есть карта твоё. Я списала бонусы, она вышла 250 рублей. 800 я бы за неё, может, не отдала. 500 собиралась, и в итоге ещё 250. И, слава богу, я себе ещё кое-что купила. Я не помню, как магазин называется. Это переименованная Бершка или нет, я вообще не понимаю. Я забыла, чем это в Ангелине говорил. Джинсы. Не поверите, но они 34 размера. Это у меня вообще 28. Это их уже надела. Сейчас меня растянет наконец-то. Это отлично. Вот. Это мне к плащу, потому что у меня есть дырка, но здесь как раз всего одна дырка. Ну и цвет мне понравился. Надень-ка плащ. Сочетание посмотрю. Также я ехала в автобусе с мужчиной очень пьяным. У него... Они растянутся, у меня тебе так же. У него, в общем, псориаз вроде по всему телу, какое-то заболевание. Просто от холода, от мороза. Нет. И, в общем, у меня что-то с рукой теперь. Я надеюсь, это просто что-то вылезло. Я, конечно, ничего не говорю, но страшно. И что такое? Так. Отлично. Ну-ка, чуть-чуть ногу. Ну, помните прошлый влог? Клёш. Коричневые штаны. Если поедем в планету, я, возможно, их возьму. Но для этого мне нужно с собой брать плащ, чтобы посмотреть, как он смотрится. В общем, я не знаю, что мне делать. В Меге они тут тиранные. Я в шоке. Мы вообще далеко не все обошли, конечно, потому что устали. Как-то так, в общем. Мне нужно просто вставлять на весну красивые наряды. Я хочу снять один классный рилс. Вот. Ну, как-то так. Ну, честно, нотка кринжа присутствует. Но не за 250 рублей. Я могу на танцы носить ее. Нет, это реально как будто Джизус. Это так, знаете, вечером, летом в Стерлитамаке. Вечером, летом в Стерлитамаке вышел погулять. Я надеюсь, это произойдет. Так, ну как-то... Ну это, конечно, прям форма точь-точь как Маити. Ну ладно, зато здесь одна дырка, да? Просто они хотя бы в марте не будут. А сколько у меня дырок? Я вообще не знаю, у тебя вообще без дырок. У меня из дырок не есть и без дырок. Я не знаю. Просто в марте, если с плащом, тогда в них не будет холодно, я считаю. Я могу тебе дать... На замену эти? Да. Нет. Они... Я помню, ты их за 800 рублей взяла за 600. Да. Такие же, кстати, за 700 вот тут были в этом магазине, где мы брали. Ничего. За 600. Только получше. А, 500 вообще, по-моему. Короче, вот. Первый образ такой. Мне нравится. Ну, закажи и всё. Такие же. Я, ребят, хочу просто все вышвырнуть, что не ношу, но я не могу это сделать, мне жалко. И в итоге я все равно ношу все старье, и оно вообще ничего до сих пор не надевала.
с прошлого чуть-чуть шопинга. Так у меня почти такой же. А у меня вообще вот точно такой же. Да, конечно. Сказать. А, ну тут две дырки. А, ну вообще вот две дырки. Мне нужна была одна. Ангелина изначально купила за 1000 с двумя дырками. Ничего. Потом с одной сегодня тоже со мной взяла. Ну, они, конечно, длинноватые, но я померилась с сапогами, нормально смотрится. Конечно, все закажу. Ну, ладно. Блин, я бы себе очень хотела бы такую же. Но там реально самый маленький, но все равно очень большой и длинный. И сзади прикольно, интересно. В общем, я поспала, и я счастлива. Я сейчас выхожу в Мэнли, в Пятерочку. Хотела заказать доставку из Макнита, потому что она была бы дешевая, но она слишком долго спала, и уже доставка не осуществляется. Это у меня идет Пятерочку. Ну, просто там дороже, вот в чем проблема в Пятерочке. Хотелось бы из Магнита еще и с бесплатной доставкой. Я сделала базовый набор покупок и не могу зайти в свой Тинькофф банк. Что думаете? Я не знаю, что мне делать. Как это вообще возможно? Сейчас приду домой, буду разбираться. Ну, если там кто-то что-то сделал, то все, меня не ищите. Так, я уже все нарезала, подготовила. Это на две пиццы, потому что тут два теста. Тесто, кстати, уже все. Пора доставать. Пойду все накладывать, выкладывать и запекать. Ребят, я искупалась, поела пиццы. Точнее, сначала поела, потом искупалась. И у меня опять просто псих. Я очень захотела себе гитару. Но я не представляю, где мне вообще играть на гитаре, потому что мне хотелось бы это делать на улице, чтобы там соседи мне мешали даже днем, да, потому что у нас вроде сосед сверху играл на фортепиано, пианино, вроде как на чем-то таком. Мне такое, я тогда засыпала как раз, мне такое абсолютно не мешало. Типа, мне, наоборот, было очень интересно послушать, хоть и спать, да, хотелось, собиралась. Но если бы этот человек играл на ежедневной основе, естественно, типа, было бы не очень круто, потому что все-таки очень громко тоже играет пианино, фортепиано, а гитара акустическая, тем более, я хочу. Это же вообще капец. Вот. Так что как-то так. Пока отложу эти мысли, потому что если я куплю гитару, то только... летом, ближе к лету, чтобы хотя бы в деревне играть, что ли, на гитаре. Короче, не знаю, пока-пока, просто буду играть на укулеле, изучать разные мелодии. Как-то так. Я собираюсь уже идти спать, завтра универ, работа, так что на этом влог заканчиваю, завтра ничего не буду снимать, но послезавтра буду, потому что я еду к Ангелине с ночевкой, ура! Я очень рада, что сегодня произошли покупачи. Больше пока, наверное, не планирую ничего покупать. Я думаю, заказать салик, может, какую-нибудь более винтажную одежду, потому что я все равно купила не то, что уж хотела. Так что нужно будет как-нибудь посидеть, посмотреть, что там да как есть на Алике. Я, конечно, уже начала. Думаю насчет джинс вот этих. Но, я не знаю, какие-то задумка прикольная, но как будто что-то с ними не то. Так что все, всем спокойной ночи. Спасибо большое за просмотр этого влога.